Элегантные хищные кошки – гвоздь программы «Звезды манежа». Выступление тигров и льва в самом начале представления вызвало у рязанских зрителей неописуемый восторг. Тигры очень красивые, и у них характер у каждого свой. Это здорово. И очень понравился, как ими руководил дрессировщик. Ну, в произвольном форме, да, как будто они отдыхают. Лев вообще на расслабоне был. Мне кажется, что они вообще, что им нравится вот так вот выступать перед всеми. И они очень любят своего хозяина. Мы увидели одну кошечку, тигрицу, которая мамой стала недавно. И мы понимаем, что она в хорошей форме, тем не менее. Она кормит и малышей, скорее всего, еще. Ну и уже участвует в программе. Это супер. Тигрица Магда действительно стала мамой уже третий раз. Сейчас у нее 4 тигренка. Предварительно 2 мальчика и 2 девочки. А пока что у наших тигрят нет имен. Это случилось, наверное, естественным путем. Тигр Мартин и тигрица Магда вот полюбили друг друга. И 13 января Магда вот подарила нам такую вот радость в год тигра. Наверное, первая тигрица в стране точно, которая принесла в год тигра вот 4 таких чудо-тигрят. Тигры часто живут вместе, создают семьи. Наша мама-тигрица, как и любая дама в декрете, рада выйти на работу и порадовать зрителей. Мне понравились тигры и акробаты. Сальто в колесе. Которые были последними. Сейчас в колесе, ребята. Очень страшно за них. Очень красиво и страшно. И очень такие спортивные чувствуются. Без страховки, девушка. Это прям круто. Очень интересно, очень нравится, очень весело. Клёно. Потому что он здесь смешные трюки. Захватывающие трюки от воздушных гимнастов, причем без страховки. Ощущение опасности и радости одновременно. В этом цирке удовольствие и кураж чувствуют не только зрители, но и, конечно, артисты. Многих рязанцев покорил акробатический трюк, где девушка раскручивается под куполом цирка, держась за партнера одними зубами. Эмоции там, конечно, зашкаливают. Во-первых, когда принимает народ, ты слышишь: «Вау!» Естественно, обращаешь больше всего внимание, ну, концентрируешься на своем теле, естественно, должен держать точку, линию, работать всем телом, руками. А потом только, я не знаю, как сказать. Это не передается. Счастье. Это не передать. Когда заканчиваешь трюк и слышишь зрителей, это большая радость. Это вот эта оценка наша, которую вот мы сделали, а вот оценка зрителей, мы это слышим уже после. Мне еще понравилось, только я беременна, и у меня нервы чуть-чуть за гимнастов, за всех. Ну, как они без страховки все вдруг там. Акробаты понравились. Собачки нам понравились. Тигры, собачки, акробаты. Вообще-то очень страшно. Я смотрю, они такие, рычат и все такое. Так что нам нравится. Тигры и люди на вот этой двухглазой крутилке. С мешком на голове, да. Колесо смелости, где артисты без страховки выполняют сальто внутри вращающейся фигуры и прогуливаются по ней с мешком на голове на ощупь. Канат, натянутый под углом, по которому ловко проходят эквилибристы. Смелые джигиты и сложнейшие трюки. Ловкие жонглеры и акробаты на подкидных досках. Эти аттракционы дарят зрителям невероятно острые ощущения. Все представление со зрителями взаимодействует веселый и добрый клоун. У артиста какая задача? Отдать свою энергию и получить взамен зрительскую. И вот мы сегодня это сделали, отдали энергию и получили просто в 5 раз больше, чем мы отдали. Очень теплый, классный зритель, позитивный, добрый, смеется. Просто спасибо им огромное, что они сегодня были у нас на премьере. Супер! Задор, эксцентрика, хорошее настроение и море эмоций. Звезды манежа зажигают огни рязанского цирка до 8 марта. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».